Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях, после долгого перерыва летнего отпуска, вновь в нашей студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться, задать свой вопрос по телефону 8-495-781-49-54. И у нас уже есть, кстати, первый дозвонившийся телезритель. Давайте сразу же послушаем вопрос, на него ответим. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшки. Это из Пензы я звоню. Вот с выходом вас. Очень соскучились по вашей передаче. Вот и ждали. Вот. У меня такой вопрос. Вот, скажите, вот святая водичка в церкви, сколько дней она святая? Я слышал, что только 3 дня, надо за 3 дня ее выпивать. Выпивать это с целью такой, чтобы она не подверглась какому-то химическому или биологическому изменению. А так она святая навеки. И даже если она немножко изменит свой запах, например, ей можно окроплять жилище, одежду, она остается святой. А тот, кто вам сказал, он, ну, как сказать, фантаст. Кстати, батюшка, вот, а если вода зазеленела? Зеленой водой тоже можно осветить пиджак, новую обувь. Ну, пить уже не надо, да? А пить не надо, нет. Угу. Частый вопрос, можно предвосхищу многие вопросы, что делать с этой посудой, которая, в которой была емкостью для святой воды? Как мы будем посудить? Вот зеленая, вот не такая, несуразная. Ну, можно помыть. А выкинуть? Или это тоже относится к каким-то непопираемым местам и так далее? Нет, такого нигде не написано. У нас такой есть вопрос. Дочь 5 лет спрашивает, почему Бог не уничтожил сейчас всех злых ангелов? Он же все может. Как правильно ответить? Потому что ангелы, эти зла, они выполняют очень важную функцию. Они тоже являются орудием в руках Божьих. Как у хирурга есть набор скальпелей, и когда он делает какую-то операцию, то после операции больному бывает больно. Также и вот роль этих падших ангелов такова, чтобы быть испытанием, или говоря по-славянски, искушением для живущих на земле, и они могут через это показать веру свою. Скажите, пожалуйста, человек жил обычной мирской жизнью, грешил, как все, он скончался. Может ли жена вымолить у Бога прощение за грехи мужа? И что она должна сделать? И что об этом говорит Библия? То само слово «вымолить» говорит о том, что она будет постоянно о нем молиться. Такие случаи бывали. То есть реально вообще... из любви к умершему, вот постоянно, потому что молиться. Всякая любовь, она бывает человеком заслужена. Любовь – это не слепое чувство. Поэтому, коли она его так любит, значит, у нее есть какие-то очень большие достоинства, что даже жена готова его простить за его недостатки. Поэтому тут надежда всегда есть. Что такой интересный вопрос. Несколько лет назад я подобрал в подъезде осквернённый образ Спасителя. Отмыл, насколько можно, устранил повреждения, окропил святой водой, произнося 3 святые, выместил в красный угол своего дома. Позднее стало известно, что образ осквернил человек перед самоубийством. Можно было ли так поступать? А после этого какие-то получились неудачи, увольнялись с работы и вообще постоянно какие-то проблемы. Если потеря работы считается неудачей, то лучше сразу удавиться. Потому что, ну, это просто чепуха. Но я это понимаю, неудача в жизни, понимаете? Я понимаю, в жизни человек трамвай переехал, но это неудача. Или там жена ушла, но это неудача. Но потеря работы... У нас миллионы иностранцев работают и неплохо себя чувствуют, хотя в очень трудных условиях. Потому что Бог нам ничего не обещал. Ни хорошей работы, ни богатства, ни здоровья.
Это все идет своим чередом. Каждому дается свой крест, ныне который мы тоже продолжаем праздновать. Угу. Вот, неделя по воздвижению. Поэтому такой задачи не стоит. Вот. Это суеверие просто. Я, например, всегда, когда мне в руки попадают иконы старые и поврежденные, первым делом несу реставратору. Скажу, можно ее восстановить или нельзя. Если можно, мы ее восстанавливаем и используем в храме. А если нельзя, то мы на этой доске пишем другую икону. А если доска уже непригодна? Тогда она сжигается. Вот. Ответили на 1000 вопросов, которые приходят. Ну, рад стараться, я за этим пришел. Ну, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Игорь, я звоню вам из Москвы. У меня такой вопрос, что такое черное и белое духовенство? О, нет, ничего проще. Черное – это монашествующие, а белые – это женатые священники. Вот и все. Ну, также диаконы. Епископат весь черный, потому что все монахи. Но может епископат выйти и из женатого, из белого, приняв монашеский... Ну, выйти можно, и стать только черным перед этим. Вот так вот, да. Батюшка, вот если касательно темы работы, вот бывает такое, что человек очень талантлив, но зарабатывает очень мало, и может ропщит, может смиряется и так далее. Вот в наше время насколько важно дорожить своей работой, несмотря на то, какая заработная плата и условия? Нет, дорожить надо всем. То есть уволиться ради выгоды, вот как-то искать, бросать? Как? Ну, это зависит от того, какие у человека цели. Мой папа, например, всю жизнь проработал в одном месте. Вот, никуда не уходя. Вот. А есть люди, которые мечутся. И каждый новый работодатель смотрит в трудовую книжку. Говорит, ага, нет, вы знаете, он нам не подходит. Очень много пунктов. Ну, конечно. Что, либо его... Ну, можно позвонить на предыдущее место. Там с удовольствием расскажут. Что это такой летун человек. Мне уже 44 года. Мужа нет и не было, детей нет и не было, и уже не будет. Я верующая, просила у Господа семью, и ничего не получила. Так, может быть, надо было согрешить и хотя бы родить для себя, а так я одна. Ну, если человек думает, что через грех он получит благо... Ну, то есть, вступив в связь с мужчиной, забеременеть, родить ребенка, неважно, в браке, не в браке. Вот а как себя. Неважно? Ну, вот, как воспитать ребенка без отца? Ну, вполне себе реально, наше время какое. Есть даже шутка такая, все воспитаны в однополых семьях, бабушками и мамами. Вот ну, это я в курсе. И это же неправильно. Бог создал семью как мужчину и женщину. Поэтому он рассчитывает именно на это. А не то, что вот ты впадай в блуд, и тебе будет благо, и твой ребенок будет замечательный. То есть здесь думаешь о себе, а не ребенке, каково ну, будет. Естественно, это эгоизм чистой воды. Здесь нужно как, смириться? У моего брата было, ну они сейчас есть, 8 детей. Uh-huh. А у меня только одна дочка. Ну я взял из детдома 30 человек. И у меня больше детей, чем у любого священника в Москве. И прекрасно себя чувствую. Все они мои родные. А как вы им уделяете время? Как это каждое свободное время я еду туда, в наш детский дом. Угу. Ну, потому что он рядом находится. У меня их два. Один деревенский, там я реже бываю. А вот в московском стараюсь через день уж точно. А если каждый день получается, то это вообще у меня праздник. А сколько самым младшим? 6. 6? То есть вы останавливаться не собираетесь? То есть еще будет кто-то, да, получается, пребывать? Детки, да. У нас мы идем вслед за программой государственной, но только в обратном порядке. Не родители приходят, отбирают у нас детей в семью, а мы их выбираем из тех, кто хочет взять у нас ребеночка. И угу. В течение полугода занимаемся вот этой передачей. С условием, что если тебе не понравится, ты всегда можешь вернуться.
И очень многие обрели настоящую семью. Сразу на второй месяц уже называются их папа, мама. И все очень удачные такие варианты. То есть, хоть как не прекрасен наш детский дом, но все-таки семья, она лучше. И вот, ну, мы общаемся, они приходят на все наши праздники. В общем, от дома или альма-матер своей не отказывается, не называют. Так что очень замечательный вариант. Очень много уже ребят усыновлены. Вот учатся хорошо. Родители уделяют им больше внимания, потому что у нас все-таки на детский дом 10 человек воспитателей, а в семье и папа, и мама на одного. Вот, ну, а некоторые у нас и по 2 человека установили. Вот, тоже замечательно. Вот он, выход из положения. А да. Замуж выйти можно и в 44, и даже позже. Ну, правда? Конечно. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте. Я звоню из Чувашии, меня зовут Лидия. Здравствуйте, батюшка. У меня вот такой вопрос. Я бы вот хотела узнать, у меня муж сам ушел из жизни. Никто не виноват, его вычки довела до этого. Ну вот. И все говорят, что якобы дети и внуки будут за это страдать. И второй вопрос. У меня дочь была венчана замужем. Жили хорошо, вроде бы все нормально было. Муж взял и решил вот. Я даже причину до сих пор не знаю, почему он решил развестись. Они венчаны. Она, конечно, долго переживала об этом. Ну, естественно. Но просто дело в том, что большинство людей, которые идут в церковь венчаться, они, не понимают, что это такое. Не понимают той ответственности, которая на них возлагается. И они не являются христианами, хотя когда-то их крестили. Вот и поэтому за такого человека замуж уходить, это все равно, что вместо табуретки держать дома бочку с порохом. В какой-то момент она может взорваться. Поэтому же венчан он, не венчан, это вообще не играет никакой роли. Если человек венчан, и каждое воскресенье ходит в церковь, учится христианству. Это одно. А если человек, его обвенчали, он как баран стоял там, головой кивал, или ишак. И что это меняет? Почему он ушел? Да очень просто, к другой ушел. Там показалось и выгоднее, и теплее. А ответственности никакой нет. Вот самая обыкновенная история. Такой вопрос, возвращаемся к теме вот бесплодия, отсутствия детей. Вот у людей был диагноз бесплодие, ездили к матронушке, молились. В июне этого года получилось забеременеть, но благодарны Богу и так далее, но в связи с заболеваниями мамы, тромбоз, там, варикозный пищевод, большой список достаточно, врачи сказали, что беременность полностью противопоказана, и надо прерывать. Два раза отказывались, в итоге прервали беременность. Как быть в этой ситуации? Считается ли это грехом? Ну, как, есть человек, идет по улице с палочкой, у него одышка, взять его и зарезать. Как это считается грехом? Грех, конечно. Здесь убийство человека ни в чем не винного. Есть, кстати, основа социальной концепции, там прописаны некоторые пункты. Ну, конечно, это совершенно понятно. Есть вот такие христиане, в кавычках, убивают собственных детей, а потом спрашивают, грех это или нет. То есть это не только они не христиане, а у них и совести нет. Потому что некоторые женщины приходят в храм со слезами. Ну и молодые, до 30 лет, их мучает их собственное убийство. Некоторые бабушки под 90 приходят, плачут. Что я вот наделал, в молодость никогда бы в жизни сейчас это не повторил. А есть, которые спрашивают, грех это не грех. То есть у человека на место совести. Ну тут видите, вот просто крахмальная такая белая тряпочка. Может быть, был вариант жизнь мамы и ребенка. Выбрали свою жизнь. Может быть, такое. Ну, вот, как же это можно? Ну, то есть вот солдат идет на фронт, отдавать жизнь свою за родину, за свою жену.
Кстати, солдат думает, что он выживет. Есть такая... Ну, он думает, да. Я думаю, что она выживет со своим варикозом. То здесь как раз вот эта жертва себя ребенку. Нормально. То, что ты вот молилась, получается. Если птица жертвует собой, чтобы спасти птенца, а человек высокоорганизованное млекопитающее, он его убивает. Ну, кто он после этого? И врач, который к этому склоняет. Потому что врач, ему лишь бы, что все было шито-крыто. Потому что за аборт его ругать не будут. А если что-то случится, объясни. С роженицей, то его будут ругать. И вот, чтобы не ругать, он лучше убьет младенца. И склонит к этому маму. У нашего народа абортивное сознание. Это народ-убийца. Нравится это выражение мое или не нравится, но миллионы убиваются ежегодно, что довели страну до того, что у нас 1,7 ребенка на семью. Меньше двух человек. Это говорит о том, что мы вымираем спокойненько. Должно быть три, да? И когда придут к нам с юга мусульмане, а с востока азиаты, и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз. Да, батюшка, у нас есть время, телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Батюшка Дмитрий, у меня вот такой вопрос. Можно ли мусульманам читать намазы в доме православного? Ну вот иногда, если приходят в гости, и у них время намаза приходит. Ну можно, а почему нельзя? В отдельную комнату их, так сказать, поместить, и пусть пропоют необходимые суры, если вы с ними дружите. А что такого? Почему нельзя-то вот? В чем тут нельзя? Мы в свободной стране живем так-то. Да дело даже не в свободном. Это все-таки понятие такое относительное. Хотя... Ну, просто если твой приятель, что нельзя? У нас сколько мусульман участвует в строительстве православных храмов? Огромное количество. Тысячи. Сколько? Потому что не только, наши соотечественники, они работают, шлагбаум поднимают. У них серьезные государственные задачи. Некоторые, правда, в космос летают. Вот. А так, от мусульмане, вот они кладут кирпичи в наши храмы, штукатурят. Такой вопрос. Моя бабушка оставила свою икону, ей сейчас более 100 лет. Она немного покороблена, но краски яркие, молюсь перед ней. Вот вопрос такой, можно ли ее как-то облачить в целлофан, например, чтобы она лучше сохранилась, не высыхала. И вопрос такой, будет ли она чудодействовать? Бабушка, отвечали, конечно, вначале на вопрос такой. Но... Ну, дело в том, что целлофан – это как вредная оболочка. А если хотите икону сохранить, она с обратной стороны покрывается воском, а с передней стороны стеклом. Делается кивот, рама, и вставляется стекло. Да, не пренебрегать технологиями, потому что... Все ну это да, это есть, будет, можно... конечно, подороже, но целлофан он не пропускает, а икона должна дышать. Такой вопрос, на мне грех аборта, в котором я каюсь, не переставая. Я знаю, что Бог меня накажет. Год назад неизлечимо заболела моя 12-летняя дочь. У меня вопрос. Это Господь меня наказывает за мой грех через ребенка? Или же это... Это надо у него спросить. У Бога? Да. Потому что можно найти массу причин. Всегда можно сказать, а почему вот ее не наказывает? Но дело в том, что по классификации Дмитрия Ростовского вольное убийство, оно всегда имеет наказание здесь при жизни человека. Всегда. Вопрос такой тоже. Тот человек, который ведь убивает аборты, чтобы облегчить себе жизнь в той или иной степени. А ничего из этого не получается. Потому что на крови убитых невинных младенцев, которые, как ангелы,
Но счастье не построишь. Это было бы несправедливо. А ребенок может страдать? Это может быть наказанием, болезнь ребенка? Может быть. У Бога в арсенале очень много уроков всяких. А что? Ну, например, выросло дерево. Я беру топор и отсекаю ему самый большой корень. Дерево засыхает. Почему? Я же не по дереву ударил, а по корню. А что такое ребенок? А ребенок – корень этой семьи. Его убили. Так и другой, другая часть дерева может начать сохнуть. Легко ли жить в семье убийцы? Или это как высморкаться? Ну, человек говорит, я каюсь постоянно. Значит, совесть обличает. Дело в том, что аборт – это же не просто, ну, какое-то гадкое слово вырвалось, а это же целая процедура. Надо идти, договориться, в отдельных случаях деньги платить и так далее. Беда. Ну, это беда. Это случилось много раньше, еще в 20-м году, когда Ленин своим указом разрешил это делать. Тут много вопросов, Мачка, целая тема. Ну да, я этой темой народ-то подхватил. И занимаюсь 30 лет. Мачка, ну, следующий вопрос. Так, нам дозвонился телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка Дмитрий, это звонит раба Божия Мария из Томска. У меня такой вопрос. Вот у нас было разрушено несколько храмов. Один храм был разрушен, копия, ну, почти очень похожа, даже тот же самый архитектор, который строил храм Христа Спасителя в Москве. Вот. Этот Свято-Троицкий собор был разрушен. Вот. И сейчас на этом месте люди ходят, и там парк, сквер. Вот. Я узнала, что очень большой грех ходить там, где был алтарь. А мы же не знаем, где был алтарь. Как в таком случае поступать? Это первый вопрос. А второй вопрос тоже связан с храмом. Такие противодействия, чтобы, ну, и этот храм восстановить, или хотя бы часовню на этом месте. Вот. И тоже что делать. Мы, конечно, молимся. Вот такой второй вопрос. Ну да, такой существует порядок. На месте престола ставится маленькая часовня размером, там, ну, допустим, 80 на 80 сантиметров. И высотой до 2 метров, можно до 1,5, водружается крест. И на ней указание. На этом месте стоял такой-то храм, разрушенный в такое-то время. Надо спросить благословение у владыки Томского и потом договориться с городскими властями, чтобы этот кусочек земли отдали церкви, чтобы можно было вокруг небольшой сделать, может быть, цветничок, такое красивое, в напоминание. А когда будут средства, вот, или появится какой-то меценат, можно будет и храм восстановить в прежней красе. Так что все вопросы надо обращать к местному архиерею. Он главный в епархии. Да, ну и чтобы общественность тоже как-то реагировала, поддерживала на известные случаи, когда это совершенно... Ну, общественность у нас слишком разная. Ну, это тоже верно. Да, поэтому есть общественность, которая ненавидит церковь. Сколько угодно таких. Поэтому лучше со всеми договориться. Совсем невозможно. Ну, хотя бы с теми, кто принимает решение. Вот о них речь, да. Батюшка, такой вопрос. Мой сын не очень глубоких религиозных убеждений. Обычно больше опирается на факты, чем на веру. Однако Вера опирается только на факты. Только на факты? Ну, конечно.
Ну, ладно, дочитаю вопрос. Однако верит в то, что есть какая-то высшая сила. Верит в Христа, но имеет сомнения. Причащается раз в год из того убеждения. А вдруг? Вопрос такой, можно ли поминать его на проскомиде, вообще молить за него как православного христианина? Ну, даже желательно, потому что у него все-таки стремление есть. Раз в году причащается, значит, а потом дозреет. Молодо, зелено, кисло. Вера иногда строится на каком-то откровении, да, и не всегда может являться каким-то точным. Вот, я не могу не веровать. У меня нет опыта неверующего человека. Я как себя осознал человеком, я сразу начал веровать в Бога с детского сада. И это каждый раз связано с тем, что я Богу молюсь, а он мне отвечает. Как же я могу там не веровать? А так как он, видать, не молится, у него такие случаи редки, и он воспринимает как какой-то случай. А для меня каждодневное чудо какое-то. Вот, например, я думал об одном человеке в течение года. И вчера на всеночной входит женщина. И я думаю, как она похожа на эту ту, о которой я думал. Потом подошла поближе, а это она. А мы не виделись уж, не знаю, 25 лет точно. Я ее когда-то крестил, когда она была девочкой. Так что вот прям чудо. Думала, она говорит, тоже вот я все мечтал в Россию приехать, увидеться с вами, поговорить. Он ничуть не изменился человек. Ну, такое вот совпадение, можно сказать, да? Ну да. Прыгаешь с колокольни Ивана Великого и попадаешь в свои сапоги. Ну, это совпадение. Ну, я понимаю, батюшка, о чем вы, да. Но, то есть не нужно, наверное, вот поправите меня, и вот такой вопрос тоже задается. То есть нужно думать о чем-то. Вот у тебя есть мечта, например, выполнить ее, ну, сейчас не очень реально, но ты вот думаешь о ней. Вот, нет, просишь, Господи, дай мне это. Я ничего не думал, особенно специально нарочито. Просто приходило в голову. Помысел, да? Память вот об этом человеке. Нет. Думаю, как там мои девочки две вот все время. Ну, я знаю, что там живут на чужбине, все, чем занимаются, очень много знаю. Моя дочка изредка перезванивается с ними. Вот. А тут вдруг вот материализуется. Угу. И у меня вот часто такое явление. Такой вопрос, да. Можно ли нам мечтать о чем-то вообще, православному человеку? Какое-то вот именно мы надо вот мечтание какое-то иметь. Вообще святые можем? Отцы не благословляют. Мечтание – это дело пустое. Надо заниматься делом, а не мечтать. Мечта – это же пустота. Ну, смотря какая. Это нам вот этот безбожный мир все внушает. Какой-нибудь, простите, журналист. Скажи-ка, Вася, а есть у тебя мечта? А мальчик даже не знает, что вообще, это такое. Да, говорит, глупость. Даже еще не знает, кем ему быть, а ему говорит, мечта. Ну, потому что существуют некоторые такие стереотипы, и это у них в этом безбожном обществе считается чем-то хорошим. А это бессмыслица. Еще какая-то твердая цель – кем-то стать. Но он к этому стремится. Можно это назвать мечтой. Мечтать о чем-то хорошем, построить храм. Это мечта? Опять. Какое целеполагание? Можно строить храм из тщеславия. Ну да. Или от того, что некуда деньги деть. Или для того, чтобы орден получить. Ну, разная бывает цель. А только та цель хороша, которую Бог благословит. Но Бога же можно просить благословения? Просить можно. И нужно. Только надо прибавлять. Пусть будет воля твоя, а не моя. Отец Дмитрий, у нас есть телефонный звонок. Ну, замечательно. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
Хотела бы у вас спросить, как церковь относится к домовому? Очень смешной, может быть, для как-то вопрос, но это вот случилось у меня. Он раньше где-то там шуршал в коридоре, я внимания не обращала. А теперь он ночью мне ложится в ноги. Mm-hmm. Первый раз, когда я его обнаружила, меня чуть не парализовало вообще на месте. Это вот какой-то сгусток прям приближается и ложится, и лежит. Пробовала со светом спать. Я думала, что он со светом не должен быть, а он пришел все равно. И я и просто не знаю, что делать. Причащаюсь я раз в полгода. Каждый день я комнату свою освещаю, читаю «Отче наш» на ночь, и на ночь молюсь вообще. И опрыскиваю всю кровать, и все. Но ему как-то все равно. Ну да, я очень понимаю. А что вас так испугало? Ну, не знаю, потому что что-то инородное, как бы говорится. Ну, вы же его не видели? Не вижу. Ну вот. Я посмотрю, нет никого. Ну да. Это просто... Ощущаю, понимаете, он как-то вообще лег в ноги, и когда я проснулся ночью, это... Ну, он видит, у вас ножки замерзают. Да. И греет вас. Ой, так грязь, что вообще ужас. Но я-то пугаюсь. Не пугаться? Ну, а как вы можете не пугаться? А я не могу не пугаться, правильно? Ну, вот. А знаете, что пугается? То, что вы шибче веруете в домового, нежели в Пресвятую Троицу. Я не верю в домового. Если бы он не явился, я вообще никогда не верила и не думала. Ну, вот он явился, чтобы показать вам, что он у вас в ногах. Но вы веруете больше в него... И поэтому вы боитесь. А не веруете в Пресвятую Троицу, потому что Бога не боитесь. Нет, я Бога боюсь. Но если Бога боялись бы, не боялись бы домового. Тут так вот. Только настоящая вера рождает страх Божий. А у вас, раз полгода причащаетесь, это надо не реже, чем раз в месяц причащаться. Вот так. Батюшка, может, батюшку позвать? Осветить дом. Можно же делать? Надо себя сначала осветить. Ходя в церковь, каясь в грехах, каясь веры своей в домового. А то человек попал в зависимость от бесовских сил. Что такое домовой? Ну, это простой бес, который морочит голову человеку. Раз тот, кто кого боится, тот тому и раб. Она раб этого демона. Вместо того, чтобы быть рабой Божией. У нее вся ее вера наизнанку. А надо вывернуть назад. В общем, способ решения проблемы батюшка представил. Ну, как могу. Значит, есть еще шанс. Исправить что-то. Ну, раз человек жив, всегда шанс. Поэтому... Когда уже умер, то уже шансов нет. Ну, в принципе, видно, да. Следующий вопрос. Много раз случайно попадаю на службы в храме, мысленно ловил себя на том, что совершенно не понимаю, о чем говорит батюшка. И также много раз была мысль о том, что, наверное, было бы здорово понимать. Подскажите, пожалуйста, зачем создана эта речевая недоступность и насколько часто службы проводятся на современном русском языке? Речевая недоступность – это находится в вашей голове. Даже Зеленский через пень-колоду, но говорит по-английски. И еще тут... Украинский выучил. За полгода выучил, ну, чтобы говорить, украинский. Mm-hmm. А церковно-славянский язык – это вообще основа русского языка. Там надо выучить два десятка слов. Но лености... Частая практика слушать просто? Или может сидеть за текст? Да нет, саму читать, взять учебник. В интернете все есть. Просто пальцы о пальцы. Человек не хочет говорить, а мы должны под него весь 2000-летний строй церкви переиначивать. Ой, там много всего придется. А может, иконы писать на световых коробах? Угу. А может, вместо крестов звездочки, потому что они более понятны, мы привыкли кремлевские звезды, над нами горят. И храмы делают в виде амбаров. Потому что сколько в наших храмах десятки тысяч использовали как амбары для зерна.
Ну так что, давайте амбаров настроим. Вот будет красота и для Москвы, и для Екатеринбурга. Почему мы должны подделываться, мы церковь, под каких-то людей ленивых, которые родной язык, который есть база русского языка, мы должны подделываться. А я не хочу. Русский язык – это вот язык газет, язык телевидения. Это мне совсем не устраивает. А церковнославянский, как один мудрый батюшка сказал, на нем не написано ни одной плохой книги. Угу. Лучше он пусть подучит, немножко разовьет свои остатки мозга. Это будет большая польза. А то ребеночек не успел родиться, уже английскому учит. Надо сначала церковнославянскому учить, потом, может быть, греческому. Потому что это тоже мы от греков восприняли нашу веру. Тоже очень важно. А так, конечно, стоишь как столица Камбоджи и ничего не понимаешь. Ну и что? Поезжай в МГУ на мехмат, в аудиторию 01. Сядь и слушай, ничего не поймешь. Потому что сразу начинается курс лекций с мат-анализа. А в школе это не проходили. Есть только это не специальная математическая школа. И надо заново вникать в эту дисциплину. И так во всем. Даже человек, когда садится за руль в простой автошколе, он же баран бараном. И эти дико психуют инструкторы. Ну сколько раз можно говорить? С чего начинаем? Зеркала настраиваем. Пристегнуться еще надо. Да. Угу. Но сначала зеркала настраиваем. Потому что ремень мешает манипулировать зеркалами. Ну вот. И так во всем. Любое дело, оно требует подготовки. А как в армии, например? Там вообще в армии молчи, жестко. Когда со мной разговариваешь. Там еще жестче. Вот. Да, кстати, вот тоже такая заметка небольшая. Ну вот приехать в Болгарию, например, можно, в Софию. Зайти в храм и услышать похожий язык. В Сербии то же самое. Конечно, а в Сербии то вообще есть, там 80% слов, они такие же. Ну, наши. Может, ударение непривычно для ударение нас. У них на первом слоге. Да. В этом есть. Ну, если к ударениям привыкнуть, начинаешь понимать. Ну вот я помню, даже на фоне приходишь в сербский монастырь, и вот родная служба. Конечно. Все родное, ты тут понимаешь все абсолютно. Да. Почему же мы чураемся русского вот этого мы языка? Мы это нет, это он. Ну, я имею в виду общество. А все, как будто мы специально. Вот это наше сокровище, надо беречь. Ну вот именно. Вот именно. Он предлагает взять газетную бумагу и на ней написать 1000 рублей и идти в магазин. Нет уж, дай настоящую. Так вот это настоящее. А современный язык – это не настоящий. Там половина англицизмов. Все же щеголяют. Ну, да. Вместо коробки для еды они «фудбокс» говорят в самолете. Представляете? Ну... Все ли получили «фудбоксы»? Привет, я что, в Америку лечу? Ну, это очень большая тема. Давайте мы послушаем нашего телезрителя, который хочет задать нам вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Ой, я столько раз пыталась задать этот вопрос, и мне было стыдно его задавать. Но все-таки решилась. Батюшка, всю Библию перевернула. Об абортах ни слова. Вот. И думаю, интересно, а наши грешницы, у них дети были, вот, ну, о которых святые, вот, расскажите, если вы что знаете об этом. Дело в том, что о педофилах вы там тоже ничего не узнаете. Нет слова фашизм, нет слова коммунизм. Так что Библия – это совсем не источник для того, чтобы нам узнавать современные реалии. Никому бы в голову не пришло, потому что люди не были такими садистами, чтобы убивать собственных детей. Это уже продукт более позднего времени. Вот и все.
А чтобы само государство, как у нас, потому что государство убивает детей за деньги налогоплательщиков. Я плачу налоги, и за мои деньги часть средств поступает в Минздрав, они убивают моих соотечественников. Я против, а попробуй не заплати налоги. Вот, и все это просто такое вымогалово, совершенно бесстыдное. Поэтому что тут? В Библии совсем не все написано. И никому бы в голову не пришло такие вещи делать. Невинных младенцев убивали только, когда люди исповедовали зловредные языческие религии. Когда они младенцев приносили в жертву своим гнусным лживым богам. Ну, например, Ваалу. Такое бывало. Была такая печь, ее растапливали и туда кидали младенцев, чтобы умилостивить своего зловредного бога. А в христианскую эпоху это уже перестало иметь место быть. Такая ситуация, как-то хотела пообщаться с батюшкой, ну, то есть прихожанка вот в общине какой-то устоявшейся. Батюшка ответил, что у него нет времени, надо ехать. Он еще какое-то время еще стоял во дворе с прихожанами, после того, как отказал, видимо, ей. С тех пор чувствую себя оторванной от дома. С трудом начала опять приезжать в этот храм, но желанием не пересекаться с батюшкой. Потеряла исповедника, а пойти к другому не могу решиться. Это сложно, что делать? То есть обида на священника, который ей не уделил время, а потом кому-то уделил. В Писании, которое это наша вопрошающая дама, написано: молитесь за обижающих вас. Все проблемы таких вот христиан, прихожан, приезжан, они заключаются в том, что они не знают Священного Писания. Надо Священное Писание читать ежедневно, всю жизнь. Там есть ответы на все вопросы. Не знает, что делать. А я вот знаю. Надо молиться за батюшку. Недельку помолиться, все растает в ней. На что-то обижаться? Он что, обидел? Нет. Сказал, что ему надо ехать. Ну, что, еще раз подкараулить, что нельзя? Можно сказать, батюшка, вы назначите мне. А у меня так часто бывает. Я говорю, когда начнется причастие? Встань вот здесь, аналоя. Я выйду. Я выхожу, нету. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Договаривайся об одном, потом человек исчезает. Но я редко бегаю по храму, ищу в каких-то особых случаях. Потому что есть люди, моя мама говорила, пыльным мешком трёхнутые. Вот. Так что приходится снисхождение такое оказывать. Вот, а потом существует такой спорт, благословение брать. Как только ты входишь в храм, на тебя 500 человек. Если ты всех благословишь, служба задержится на час. Ну и так далее. Ведь каждый же видит только себя и только свое, а о других совсем не думает. Так что это же нормальное же явление. И чтобы научить людей, как надо себя вести, на это годы должны быть. Самые простые вещи. Вот когда мы приходим в администрацию какие-то решить свои вопросы или паспортный стол, мы в очереди ждем и в назначенное время, или начальника, например, своего. Ну да. Потом выходите, когда говорит, а сегодня прием не будет, просим извинить за доставленное неудобство. Никто не обидится, придут в следующий раз. А может, священнику нужно, он вышел во двор, машину ждал, чтобы ехать причать, а ее нет, тут другие подошли, он решил, пока ждет, быстренько с двумя поговорить. Не нужно бояться еще раз приходить. Да и не нужно вообще обижаться. На что тут обижаться? Он же не из помойного ведра ее облил. Ну что тут обижаться? Увы, бывают и такие ситуации. У нас следующий вопрос. Я христианка, муж атеист, скоро появится ребенок. Как воспитывать этого ребенка, если муж против навязывания веры? Очень будет трудно. Поэтому брак с нехристианином, он церковью не благословляет.
Ну, всякое бывает, может быть, Всякое бывает, я знаю. Вот теперь ей всю жизнь мучиться. До тех пор, пока он не станет христианином или не сбежит к другой, которая атеистка. Только мучиться. Может, никаких вариантов. А как? Он не хочет этого. Он будет этому препятствовать. Скажем, поход в храм будет скандал. Разве ежедневные скандалы или ежевоскресные, разве это не мучение? Надо же, прежде чем замуж выходить, посмотреть, за кого ты выходишь. Какие у него планы? Ты хочешь 6 детей, а он хочет одного. Нельзя так сильно замуж хотеть, чтобы пренебрегать всем. То есть любится, стерпится, это вообще бред, по сути, да? Если любится. Ага. А тут уже проблема. Еще беременная. Уже проблема. Такая сложная тема, на самом деле. Ничего сложного. Но, к сожалению, проблем столько. Вот, надо когда вопросы прежде присылают, всего это... выходы замуж, надо смотреть, за кого, что-то такое. Надо быть честным. Ну, не подходишь, извини, да, тяжело расходиться. Правильно, батюшка? Ну, конечно, ведь что такое семья и брак с точки зрения христианской? Это домашняя церковь. Но вы хотели бы, чтобы у вас священник в церкви был бы безбожником и запрещал бы прихожанам в церковь ходить. Как 8 часов пробил, он запирает церковь и колокола бы снял. Хотели бы такого? А все иконы в храме бы продал. Хотели бы такого? Ну, а что такое муж? А муж – это священник домашней церкви. А ты такого выбрала. У тебя ум-то есть какой-нибудь, хоть слабый. Можешь на перспективу на 10 лет вперед предположить? Или так вот уж замуж не втерпешь, прям вот нельзя. А то останусь одна. Сейчас не одна, но потом посмотрим, что из этого будет. А если запьет? Отец Дмитрий, у нас есть совсем немного времени, у нас есть дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Отец Дмитрий, это Аркадий из Ленинградской области. У меня такой вопрос. У нас трое детей, жене 42 года. Возникла замерзшая беременность, которую пришлось удалить из-за кровотечения жены. Ну, чтобы спасти ее от потери крови. Вот вопрос. Является ли это абортом? Анализ показал, что плода там не было. Вот душе гложет все-таки. Чувствую, что не совсем это было. Нет, в данном случае это называется абортом, но это главная мотивация. Если плод уже умер, ребеночек умер, то, конечно, его этот плод, несостоявшийся, удаляют. Это обычная такая процедура, чтобы мать спасти. Другое дело, когда ребеночек жив. Это совсем другая ситуация. А читается молитва матери на извержение младенца священником. И на 40-й день она причащается, как и после аборта. Отец Дмитрий, у нас вышло время нашей передачи, собственно. Спасибо вам за вашу помощь. Спасибо вам, батюшка, за ответы на эти вопросы, которые так... часто шлют наши телезрители и ждут, что мы ответим. На что-то не ответили, я думаю, в следующий раз обязательно наверстаем. Ну и будем прощаться, батюшка. Всего доброго, до свидания. В гостях у нас был протоиерей Дмитрий Смирнов. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.